Здравствуйте, меня зовут Ольга, я художник из Сибири. Пишу картины маслом, от абстракции до пейзажей, и все то прекрасное, что окружает нас в этом мире. Я всегда ищу пути и техники отображения, состояния, атмосферы, всего того, что я сама ощущаю. Мне нравится использовать элементы реализма наряду с неосязаемыми составляющими, такими как движение воздуха, солнечного света, а также мысли и звуков. Я забавляюсь тем, что играю с реальностью, натягиваю ее и приспускаю, как мне это нужно, интерпретирую ее по-своему. И тогда становится неважно, что писать, будь то даже банальный букет цветов. Ведь даже в нем можно увидеть некую своеобразную жизнь, линии и даже сюжет. По сути, я создаю другую вселенную. Все это я демонстрирую зрителю в своих работах.